Всем привет! Меня зовут Иван, друзья. Это канал Юрганов Лайф. Лес. Чудесный лес Томской области. Это Сибирь. И сейчас будет сбор лисичек. Я сразу остановился возле поляны, шикарной поляны, где очень много лисичек. Напарник мой с чувством юмора. Это мой брат Олег. Он уже нашел. А что это у тебя? Я думаю, белый гриб. Это белый гриб. Посмотрите, какой у него белый гриб. Но это, друзья, белый гриб переросток. Ну тогда его на ветку повесь, чтобы споры распылялись по всему лесу. Ладно, это была шутка. На самом деле лисички поперли. Предварительно мы уже сходили, смотрите, за черникой. И просто, когда собирали чернику, подосиновик нашли и одну лисичку. Но сейчас опять дело, речь не о том, что мы нашли раньше, а о том, что нашли сейчас. А сейчас найдена полянка лисичек первых. Первая полянка, вторая полянка, третья, четвертая. Дальше следующие идут полянки. Вот, вот они, лисички. Дальше, вот она, лисичка красивая. Вот она, лисичка обыкновенная. Вот она, лисичка тройная. А это опять полянка из лисичек. Поэтому, друзья, давайте собирать вместе. Присоединяйтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Палец вверх жмите. И, друзья, всем... Всем-всем-всем отличной тихой охоты. А я начинаю резать лисички. Вот он. Красавчик, вот еще маленький, спрятался от меня. Но от меня не уйдешь. Я насобирал предварительно чернику. А черника на глаза влияет очень положительно. Вот это я вам показывал? Нет. Вот могу показать. Прошу. Ой, друзья, я не могу. Тут смехом, просто Олег... Пока я сейчас резал эти лисички, которые вы видите, Олег сходил вот куда-то там, побродил и на палочке принес, на, вот, на своей палочке. Смотрите, что он принес. Позвоночник. Почему это? Голова чья-то? Ой, не голова. Позвоночник. Позвоночник? Ну, да. Ну, короче, какой-то позвонок он нашел рядом с лесом, я не знаю. Я надеюсь, это не человеческий, и нас медведь какой-нибудь здесь не съест. Ты не боишься медведей? Боюсь. Боишься? Конечно. А что ты тогда позвоночники тут таскаешь? Ладно, короче, я не буду отвлекаться на всякие его шутки вот такие. Смотри, вот грибы. Это мы видели. Да, да, да. Все, я режу, собираю. Олег мне помогает, он будет собирать позвоночники в лесу. И тапки. Это, и тапки, человеческие тапки. А грибочки есть, лисята. Они такие маленькие, вкусные. И, соответственно, что-то приготовлю я их из них. Наверное, это все-таки будет яичница. В прошлый раз я ее приготовил, яичницу с лисичками. Но вам, с вами поделиться этим роликом не смог. Потому что было все очень вкусно, я сожрал просто. Ну, как, знаете, как голодный. Это, конечно, так и было. И я их съел. Лисички с яйцами. Вот. Грибочки. Ай да грибочки. Но лес, друзья, сухой. Но лисята есть. Так. Вот еще. Опа. Вот он. Вот их. Два красавца. Отличные лисы. Так, дальше.
Олег позвал, говорит, поляночка небольшая грибов. Где? А, вот. Вот, 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 вот. Ну там кто-то уже резал. А это то ли не увидели, то ли они подросли. Давайте. Значит, оприходуем мы их. Так. Отлично. Еще раз отлично. Он подсказывает. Олег своей палочкой. Выручалочкой. Ну что-то, ну, подсказки какие-то слабенькие. Прям. Давай режь. Говорит, давай режь. Так, идем. Идем, идем сюда. Вот они. За сосули-то вкусные-то. За сосули. Так. Срезай все за сосули. О! Вот, 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 вот. Да вот он. Иди ко мне. Иди к папочке. Рыжик ты мой. Имеется в виду. Оранжевый. Так. Еще Олег где-то там говорит. Он на ту сторону брызнул. Не, ну это маленький, пускай растет. Нам же оставили. Нет, тут все срезано. Тут кто-то побывал. Прошел. Это резано? Да, это уже резано. А, вот, вот. Вот. Нет, 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 вот, вот. Вот, вот здесь. И вон там. Отлично, вот он. Вот, вот это под, под бревнышком лежит хороший. Не лежит, растет. Вот это хороший и размеров. И экземпляр приличный. Так, вот он. Красивенький. Так, и маленький вывалился. Забираем. Все, теперь можно идти в следующий. Не, оставим, то оставим. Пошли дальше. Вот Олег нашел и говорит, это белый гриб. Я должен его разочаровать, это не белый гриб. Это у нас какой-то не белый. Это серый, он говорит. Волнушка какая-нибудь или еще. Друзья, что это за гриб? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Он даже с дуплом, видите, червячок подкушал. Ладно, пошли дальше. О, 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 говорю я всем, о, это лисички. О, потому что, о, мы нашли. Внимание. Ахтунг, ахтунг. Лисички, ой, мох такой сухой-присухой. Отлично. Отлично. Олег, отлично, Константин. Отлично, Геленджик, Сочи, Сахалин, Тверь. Всем отлично и огромный пламенный привет. Олег там что-то нашел. Тоже. Молодец. Вот Олег еще. Вон. Можешь собрать. Красавчик. Настоящий грибник. Посмотрите на него с палочкой. Сутулый. В очочках. Все как что. Давай, складывай. Давай. Давай, все, пошли дальше. Пошли, друзья. Короче, смотрите. Уже на яичницу с лисичками, наверное, хватает. Может, еще чуть-чуть пройдемся, прогуляемся. Так. И поедем. Поедем уже, друзья, купаться на озеро и кататься на водных лыжах. А это уже отдельная история. Если хотите посмотреть, то не забудьте подписаться на канал, поставить палец вверх, колокольчик нажать. Придет вам уведомление, что все, дядя Ваня с канала Юрганов Лайф, он уже катается на лыжах, на водных. Потому что такое чудо, юдо, как он, ну, то бишь я, это редкость. Такое надо только видеть, лицезреть. А без подписки на канал
нигде не увидеть. Эксклюзивные кадры. Все, теперь грибы. А теперь не отвлекаемся, грибы. Олег позвал, говорит, экстренно, давай беги, смотри, тут лисы. И вот он их режет. Молодец, закидывает. Уверенным броском в корзину, поднимается с колен трехочковым. И идем дальше. Глаз он уже наметал, у него очки хамелеон. Это что значит? Это значит, что он видит ночью как кошка, а днем прям как сова. Ни черта не видит. Но все-таки грибы он видит. Одно, что он настроил ракурс. Не ракурс, а зрение свое на грибы, на лисички. Он видит лучше меня. Поэтому он меня их постоянно зовет. Уже на выход в машине, как всегда, появляются грибочки. Но здесь кто-то у нас... Ну вот он остался, да, один. Срежу я его. Но тут кто-то уже лазил, потому что срезанные остались, мелкие. Пускай растут, хотя вот этот уже... Можно подрос его и срежу. И вот рядом, кстати. Не сразу я его увидел. В общем, лес опять сухой, я вам скажу. О. Так, во-первых, вот. О, три штучки. Жарко все-таки. Сухо в лесу опять. У вас, друзья, такая же погода? Напишите в комментариях, потому что... Без дождей, ну какие грибы? У нас они вроде как и были, якобы. Но в то же время, ну все хрустит, все сухое. Ну не видать нам грибочков, если будет такая же погода постоянно, все лето. Хотя, с другой стороны, для детишек, для того, чтобы отдыхать, купаться, это самая та погода, которая нужна. Ай да малыши, ай, крепыши. Все, пошли в сторону машины. И вот, друзья, сбор грибов с братом закончился. Мы ходили с ним в лес, насобирали грибочков. Сразу скажу, мало. Они есть, но их мало. Их выбрали уже до нас, либо еще раньше. Почему? Потому что сухо. Дождей не было, в лесу сухо. Мне жарко, Машка ест. Но насобирали вот самую малость. Вот даже смешно вам показывать, но тем не менее. Я вам скажу так, мне этого хватит, чтобы пожарить яичницу с лисичками. Я это и буду делать. А предварительно мы собирали чернику. Вон, немножечко насобирали. Поэтому, друзья, если видео нравится, вы знаете, что делать. Нажать на палец вверх. Подписаться на канал Юрганов Лайф. Тем самым вы, скажем так, поддержите мой канал. Ну, вы можете оставить комментарии. Как у вас, кстати, с погодой в лесу? В ваших лесах есть грибы или нету? У нас белых не было. Лисички вот чуть-чуть. Черника заканчивается. Ну, я вам говорю до свидания. Заканчивается этот ролик. Кинец кино, шукайте двери. До новых встреч. Пока.